Снег растаял, а песок остался. С улиц Новосибирск убирает пескосоляную смесь. Хватило ли реагентов на зиму и какие планы по закупке на следующий год сегодня обсуждали на заседании Совета мэрии. Все подробности далее в сюжете. Совещания о закупках пескосоляной смеси проходят не в кабинетах мэрии, а на пескобазе. Подводят итоги зимы. 106 тысяч тонн мы рассыпали за зиму на улично-дорожную сеть. Ну, сейчас наша задача, мы уже с 1 апреля начали эту работу, собрать максимально с улично-дорожной сети этот противогололедный материал, утилизируется он на отвалы мусорные, полигоны в Ленинском районе и на улице Полякова. Менять пескосоляную смесь на реагенты не собираются. Любое ноу-хау в несколько раз дороже. Поэтому пока будут зимой рассыпать, а весной убирать песок. Меж тем общественники критикуют такой подход. Они направили жалобу в правоохранительные органы. Считают, что качество закупаемой противогололедной смеси не соответствует нормам. А это приводит к заиливанию ливневок и к запыливанию воздуха. В доказательство провели независимую экспертизу. И мы отобрали пробу песка, отдали ее в одну из независимых лабораторий. Это лаборатория, которая работает в другом городе, для того, чтобы не возникало подозрений в предвзятости экспертизы этой лаборатории. Выяснилось, что по содержанию полеватых веществ, их содержание, то есть ила и глины, вдвое не соответствует требованиям муниципального контракта, вдвое превышает. И крупность песка, модуль так называемый, также вдвое не соответствует требованиям муниципального контракта. Также, по мнению общественников, песок для обработки зимних дорог не закупают в том объеме, о котором говорят в мэрии, а используют остатки с прошлого года. На пескобазе же уверяют, все под контролем и на все есть соответствующие документы. Мы работаем с одной лабораторией, которая здесь делает, анализ берет. А второй документ, который мы имеем, это поставщики, по которым выиграли контракт, поставляют нам песок чистый, этот песок приходит с документами. Они соответствуют тем параметрам, которые оговорены и ГОСТом, и рекомендациями. Сейчас на пескобазе все запасы израсходованы. Завозить песок и соль начнут ближе к осени. Ксения Бородкина, Евгений Агеев. Новости ОТС.